Здравствуйте, дорогие мои! Я рад вас приветствовать на канале «Заметки нумизмата». Зовут меня по-прежнему Сергей Юрьевич, и мы продолжаем обсуждать рубли 1924 года чеканки. Эти монеты снимались в прошлых роликах, там, где мы обсуждали инкузы. А вот эта вот монета – это предмет нашего обсуждения. Если обратите внимание, это монета типа 1-1 с двумя остями с правой стороны, а если мы ее перевернем, то обратим внимание, что здесь присутствует инкузный след, но здесь еще присутствует так называемый шип. Очень многие считают, что шип – это признак неподлинности монеты. К сожалению, эта монета попала одна из первых к нашим китайским друзьям, и с нее начали делать откровенное фуфло. Очень большое распространение оно и получило у нас в стране. Поэтому многие даже говорят о том, что признак неподлинности монеты и есть наличие этого самого шипа. На самом деле это не так. Этот шип появился так же, как инкуз, в результате холостого соударения штемпелей и дальнейших подчисток и ремонта штемпеля. Еще раз обращаю ваше внимание, он находится вот здесь, на бароне, и растет как бы из ноги колхозника. Ну, собственно, на этом и все. Смотрите канал «Заметки нумизмата», ставьте лайки, подписывайтесь. Увидимся!